Привет, я Павел Цуканов и снова с вами ToloDev. Сегодня мы хотим анонсировать наш новый доклад, посвященный интереснейшей библиотеке SignalAir. Она позволяет в несколько строк реализовать обмен сообщений между клиентами и сайтами. А представит нам этот доклад Радислав Керимханов, разработчик компании Codemaster International. Да. Привет, друзья! В грядущую субботу, как Павел сказал, я расскажу вам о новой библиотеке SignalAir, относительно новой. Расскажу о real-time веб-функциональности, вообще, что это такое, рассмотрим небольшие примеры, интересные, на мой взгляд. Ну и покажем, как вы можете использовать библиотеку SignalAir в своих приложениях для своих собственных целей. Радислав, а кому будет полезна эта библиотека, для каких целей она может быть использована? Знаете, Павел, это очень хороший вопрос. Библиотека SignalAir будет полезна всем разработчикам, кто хочет добавить real-time функциональность в свои приложения, такие как чаты, видеочаты, либо реализация веб-игр. Ну и вообще для любых приложений, которых требуется быстрый отклик от сервера. Спасибо, Радислав. Регистрируйтесь, приходите на наш доклад, который пройдет 8 декабря в 11 часов. Добро пожаловать в Мистику кофе попьем. Приходите.